С 1 апреля на межмуниципальных и городских маршрутах вводится единый проездной билет для школьников и студентов. Напомню, сейчас такая возможность есть только у взрослых пассажиров. Но уже с начала следующего месяца по многочисленным просьбам по проездным смогут ездить и дети. Льготный документ можно будет приобрести с 25 марта в кассах городского автотранспортного предприятия. С 1 января этого года проезд на общественном транспорте для школьников и студентов стал платным, но льготным. На межмуниципальных маршрутах номер 411 и 413 школьники и студенты очной формы платят за проезд 50% от стоимости тарифа – 17 рублей. На городских маршрутах номер 2, 4, 6, 7 и 8 плата за проезд для школьников составляет 10 рублей. Система разовой оплаты, по мнению учащихся и их родителей, оказалась не совсем удобной. Гораздо практичнее было бы приобретать для детей единое проездное. Билеты. В связи с тем, что поступало очень много просьб от населения, и губернатор посетил школы, к нему тоже были обращения, было принято решение городской администрации окружной ввести единый проездной билет для школьников и студентов. Для детей и студентов стоимость проездного установлена с 50% скидкой и составляет 800 рублей. Льготный документ рассчитан на 60 поездок. Приобрести единый проездной пока можно будет только в кассе, которая расположена в административном здании АТП по улице Юбилейная. Проездные начнут продаваться 25 марта и продаются по 10 число месяца, на который приобретается проездной билет. Сейчас мы посмотрим в апреле потребность в этих проездных билетах. Если это будет очень много желающих приобрести, то тогда мы откроем на следующий месяц и вторую кассу, как раньше мы продавали на конечной морского порта. При приобретении единого проездного билета для школьников и студентов в кассе потребуется предъявить справку с места учебы, а далее предъявлять ее контролеру автобуса вместе с проездным. Отмечу, что все условия и порядок покупки единого проездного билета для школьников и студентов уже одобрен в администрации региона. В соответствии с проектом постановления изменяется методика расчета субсидии, которую получает автотранспортное предприятие. Напомню, сейчас перевозчик получает субсидию за каждый выполненный рейс регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным и городским маршрутам. В прошлом году на эти цели было выделено 102 миллиона рублей. Проектом постановления предлагается методика расчета размера субсидий, согласно которой при расчете размера субсидий будут учитываться фактически полученные доходы организации от продажи разовых и ежемесячных проездных билетов в отчетном месяце. Также в этом положении исключается авансирование, так как мы переходим на расчет помесячно. Отмечу также, что детский проездной билет, так же как и взрослый, будет действовать на всех маршрутах общественного транспорта. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».